Бу! Как и обещала, выкладываю видео про мать кораблей русских. Если вы цените свое время, то проще летать варпом. При покупке проездного на 10 полетов это обойдется всего в 5 пет за полет. Если взять больше, то выйдет еще дешевле. Проездной не имеет лимита времени, так что хоть раз в год можно им пользоваться. В определенное время титаны пишут в чат. Надо уведомить их, откуда и куда желаете попасть. Потом они составляют маршрут, обычно это 4-5 остановок. Затем в чате появляется инфа о маршруте. Когда подлетают к вашей планете, вам кидают приглашение, и если его принять, то вы телепортируетесь на Mothership. Изредка они кидают приглашение, даже если вы не делали запрос на перелет. Не примите по ошибке, а то мало того, что поездка одна сгорит, так еще и время потеряете. Не забудьте оплатить проезд, иначе могут покарать. Вот и транспортный док Мазера. Это Нормандия, самый большой Мазер в энтропии. Он не просто большой, он огромный. Сейчас я вам все покажу. Тут все ждут обычно, но ждать скучно, мы пойдем осматривать корабль. Кстати, на Мазере создана искусственная гравитация, чтобы глупые колонисты лбами не сталкивались, летая по всему кораблю. Такой вот неприметный шлюз. Главное запомнить, где он, а то будет как в прошлый раз. Лесенка. Снова герметичный шлюз. Все с целью безопасности. Здесь элеватор. Там дальше еще один, но пока оставим их. Это лаборатория. Прозекторский стол, неисправная лампа, хоррор какой-то. Снимки аватаров, видимо, сделанные в процессе телепортации с планеты. Вдруг кто запрещенку в желудке везет или в толстом кишечнике. Ловят тут порой контрабандистов, которые вымирающие виды петов перевозят. А здесь кают-компания для матросни. Стол для азартных игр. Траходром для безнадежно проигравшихся, чтобы отработать. Посижу, может, придет кто, сыграем. Нету? Эх, пойду дальше. Ага, тут кают-компания для офицерья. Уже поприличнее. Хотя нет, тут тоже траходром. Корабль развратников какой-то. Неудивительно, экипаж-то разнополый. Здесь кладовка, в ней уборочный инвентарь. После стрима забыла вернуть нормальные настройки графики. Сейчас исправлю. Так-то лучше. Слева операционная, тоже жуткая. Не буду заходить, она еще страшнее, чем та, что справа была. Элеваторы ведут в разные места, они не пересекаются. Ну, тут я была, это док. Пойду выше. Здесь еще верхняя площадка есть в доке, но тут пока ничего интересного. Лишь тахионный выхлоп двигателя видно через бронестекло. Когда народу много, на площадку можно транспорт поставить. Пойду вниз. Ступени хорошие, с резиновым покрытием. Подошва хорошо за него цепляется,
И если подскользнетесь, голову не разобьете, максимум свернете шею и будете до конца дней на диванчике отдыхать. Пойдем сейчас подвал посмотрим. Снова герметичный шлюз на случай декомпрессии. Зачем из телеватора лесенка? Это резервный реактор, питающий весь корабль, когда сбоит основной. Система реактора считается безопасной, но при условии своевременного обслуживания и ремонта. Надеюсь, владелец на этом не экономит. Хотя, судя по светящемуся туману, есть утечка радиоактивного пара. Лучше здесь не стоять, а то свои рога вырастут вместо шапки. Здесь система управления основным и резервным реакторами. Слишком сложно для меня. Ох, как хочется понажимать. Вот мы и начали движение в космосе. И корабля уведомляет обо всем, как видите. Ага, система управления турбиной. Лучше ее не трогать. Или потрогать. Нет, не буду. Вот и турбина. Вращается с невероятно высокой скоростью. Слышно мантры множества труб. В одних тяжелый пар, в других вода, в третьих масло, и все гудит на разные лады. А дальше я не пойду. Там бабайка живет. Нет, сюда тоже не пойду, тут живет дед Пихто. Ага, вот сюда мне. Бардак, какие-то ящики с инструментами, запчасти валяются. Видимо, чинили в спешке, когда пиратская торпеда разворотила корпус. Переходим на варп-скорость. Корабль уже не молодой, содрогается от мощных импульсов двигателя. Надеюсь, он не расколется в этот раз, и я не вывалюсь в открытый космос. Лесенка. Пока не пойду туда. И сюда тоже не пойду. Гляну, что здесь. Ох, затрясло Нормандию, тяжело ей. Слышно скрежет металла обшивки от колоссальной перегрузки и резкого падения температуры. Надеюсь, заклепки выдержат. Сильно проседает мощность сети. Должно быть, генератор гравитации пытается уберечь пассажиров от мгновенной смерти при перегрузке. Нет доступа. Ну, конечно, один раз нажмешь кнопочку, и все, доступ тебе закрыли. А там интересно было. Лампочки мигали разными цветами на панели. Что-то корабль трясет сильнее, чем в прошлый раз. Все изношено, нужен капитальный ремонт. Хоть бы долетел. Где-то сирена завыла. Должно быть, корпус не выдержал и поползла трещина. Ох, мы вышли из варпа. Слава Лутиферу, корабль выдержал. Не знаю, сколько он еще так протянет, надеюсь, больше одного прыжка. Подвал я вам показала, пойдемте выше. Пол уходит из-под ног. Очень тяжело передвигаться. Молюсь, чтобы Нормандия долетела. Так тяжело ей еще не было. Это кают-компания для высшего состава. Удобные диванчики стоят у стен и перед огромным иллюминатором. Звезды, космос, романтик. И никаких азартных игр с траходромами. Наверху проекция звездного неба, чтобы не забывали, где находится. Заметили? Здесь нет герметичного шлюза. То есть матросню берегут, а выше состав нет. А вы говорите, работяг не ценят. Пойдем чуть ниже. Ага, это капитанский мостик. Он расположен в центре корабля и отлично защищен на случай нападения пиратов, мобов или пришельцев. Это инженерные. Здесь умные ребята решают сложные проблемы. Например, как выжать из корабля еще 12% ресурса перед капремонтом? А тут астрогатор прокладывает маршрут по звездным картам, учитывая точки Лагранжа, метеоритные потоки и прочие тонкости, ведомые только ему. Здесь обычно сидят операторы кормовых и носовых турелей. Их много очень, у каждого своя турель. Космос полон опасностей, злые мобы, хромоногие пираты.
Взрывная диарея. Стрелки ко всему готовы. Кресла со всеми удобствами. А здесь операторы бортовых турелей. А это святая святых. По краям первый и второй пилоты сидят, а в центре капитан. Он какой красавчик на голограмме. Как видите, у Мазера есть штурвал. Если бы не огромная панель приборов, я бы решила, что управление довольно простое. Но нет, это очень сложно. Пойду отсюда, пока нажать чего-нибудь не захотелось. Когда заняться нечем, Мазер двигается по космосу без варпа. На него агрятся мобы, народ активно подчиняет, не давая кораблю рассыпаться прямо на ходу. Вверху справа вы видите ХП ключевых узлов и агрегатов. Если с ремонтом в космосе не справиться, корабль развалится прямо на ходу. Придется буксировать его обломки на ближайшую станцию и производить ремонт уже там. Потребуется очень много проволоки и синей изоленты. А здесь раздевалка. Фу, ну и вонище! Хоть бы окошко открыли, проветрили в космос. Арсенал. Оружие активизируется по отпечатку. В случае бунта капитан дистанционно может запустить самоуничтожение оружия у смутьянов, оставив их без рук, а то и похуже. А это самое интересное. Варп-двигатель. Вершина инженерной мысли человека. Только благодаря варпу мы все попали на Калипсо, а уж после стали осваивать соседние планеты. Здесь опять утечка радиации, все в этом тумане. Главное быстро пройти мимо, а то при запуске варп искажает время и меня бросит в листериумный период. Или еще подальше. Вернее, пораньше. Даже мощная вентиляция не может радиоактивный туман отсюда удалить. Видимо, утечка серьезная. Куда только механик смотрит. Что-то мне кожу пощипывает. Ой, и одежда тлеть начала. Скорее отсюда. Основной реактор. Гул невыносимый, кости черепа резонируют. Ох, кровь из нас пошла, надо уходить. Вообще, реакторы равноценны, просто резервным держат более изношенный. Периодически то один, то другой становится основным. Что-то управление телеваторами тоже сбоить стало, как бы меня здесь не расплющило. Готовимся к переходу на варп. Мы отошли от планеты и удаляемся от станции, чтобы ее не снесло напрочь нашим ускорением. Снова транспортный док. Подвал кладовая. Тут запчасти всякие, топливные элементы и прочее добро. Грязище жуткое, хоть бы протерли. Это выход, но он заблокирован. Да и кто на варп-скорости будет в него прыгать, это хуже смерти. А это еще одна лестница в подвал кладовую. Не пойду туда. Может, там крысы или вообще тараканы водятся. Людишки стоят, ждут. Поручней нет, поэтому Мазер тормозит плавно, иначе всех по стенке размажет. Во время торможения дефлекторы воют так, что уши закладывают. На других Мазерах, кстати, стоят охранники. Ведь мы через лутабельное ПВП летим, и в теории можно соседа кильнуть и облутать. Но так никто не делал при мне. Нормандия подлетает прямо к планете, едва выйдя с нее, вы уже получите сообщение о входе в атмосферу с планеты. Это очень удобно. Мало народу сегодня. Похоже, все держится на ржавчине, и люди боятся летать. Но времена тяжелые, титаны и так затянули пояса и экономят каждый пек, чтобы отремонтировать любимый корабль. Говорят, команда даже скидывается зарплаты на покупку запчастей для ремонта. Очень дружные ребята. Скоро из варпа выходить будем? Пойду в квад сяду. Будет хоть какой-то шанс выжить, если обшивка не выдержит. Пристегнусь на всякий случай. Выход с корабля вот через этот телепорт. Сквозного отверстия нет, чтобы не ослаблять корпус.
Вплотную транспорт не ставьте, а то коснетесь кнопки взлета нечаянно, как я в прошлый раз, и вывалитесь с корабля. Меня еще дисконнектнуло, я зашла и окочурилась в космосе. Респнулась на мазере где-то в подвале. Заблудилась, написала в чат, мол, спасайте, я не знаю, где я. Ох, какие же у меня ноги грязные. Не надо было босиком по машинному отделению ходить. Кстати, на мазере нет координат, так что свой пост линкануть не получится. Если заблудитесь, так и пишите в чат. Спасите меня, не знаю, кто я, где я, и вас отправятся искать по всему кораблю. В общем, Нормандия очень большая, другие корабли поменьше. Я даже летала на мазере, который состоит всего из одной комнаты. Смешной такой, маленький. И пилот надрывается, педали крутит. Плотный весь красный, и ноги как у бройлера. Это планетарные бомбы. Такую мелочь, как Фома, запросто превратят в пыль и плазму. Калипсо, наверное, выдержит пару попаданий, но вряд ли больше трех. А это механоид. Его у них брали в аренду для съемок «Матрицы». Но помните? Зодион, Избранный, Навуходоносор и все такое. Крутая штука. Я как-то залезла, понажимала там чего-то, он побежал, и его неделю по всему кораблю ловили. После этого доступ мне закрыли. Ну вот за что? Я же не специально это сделала. Жалко, пострелять не удалось. Вон какие пушки у него серьезные. Хотя на борту стрелять – дурная затея. Это звук выхода из варпа. Кстати, в этот раз довольно плавно летели, без жуткой вибрации. И вышли мягонько так. Может, другой астрогатор маршрут проложил или инженеры чего починили. В общем, мы долетели до станции и теперь плавно двигаемся к планете. Через пару минут уже можно выходить. Спасибо, что подвезли, ребята. Вот мы и у Калипсо. Дом, милый дом. Это Нормандия снаружи. Кажется маленькой, но это лишь в космических масштабах. Рядом с порталом уймища маршевых и маневровых двигателей. Очень сложно все устроено. Ну все, мы входим в атмосферу и идем на посадку. Ох, воздух-то какой хороший. На мазере воздух спертый. Петов пучит снутри, аватары потнющие в броне, подтекающие технические жидкости испаряются, запах масла от скрежещущих механизмов, еще и радиоактивный пар у них повсюду, зато летит быстро. Все, мы на родной земле. Вот так выглядит полет на матери кораблей русских. С вами была Евгеша, всем удачи, летайте безопасно.